Люди, вы все говно. Слушай, как-то так я это вижу. У тебя ноутбук, который не тянет даже КФО, так что, пожалуйста, замолчи. Не, я типа про то, что, ну, типа, я он, вы все говно. Типа, я про это. А вот в наше время... Да, но... Какое время тебе 5 лет? В том-то и прикол, я сегодня на иронии. Тогда мне 2. В наше время никаких этих ваших КСО не было, был Counter-Strike Source. Бля, я вспомнил, когда я дико задротил в нем, сука. В каком там году вышел первый КСО? Первая версия в 2004-м, после ховы. Я забыл админ включить. Включен у тебя изначально, по идее. Не, просто я его выключил, потому так, что он у меня просто висит. Отойду. Яндекс говорит то, что Counter-Strike Online вышел в 2008. В 2008 PSO 1 вышел. Ну. Первый 2008. В версии. Только в корейской версии. А. Не, вообще корейская версия это КСО. Европа Counter-Strike Next and Zombies или Studios на 2400 году. Да, правильно, Владимир. Я помню, как мне однажды в Next and Zombies выдали дофигища дотатных пушек, а потом их отобрали. Такая глупая система, пушки на дни давать, это же вообще бред. Nexon. Это же лимиты. Тупо Nexon. Да. Это же так глупо, на дни давать пушки. На самом деле, это действительно самая худшая политика и с оружия, и скинов. Ну типа, ты выбил честно себе пушку. Ну, к примеру, того же ивента, я не знаю, или какой-то битвы. У тебя пушка на один день, и радуйся, блять. Да, зато ничего, у меня если есть ничего. Навсегда иконки футболистов для студии. Я не знаю, где мне их использовать, то они у меня есть. Мы тебе даем то, что мы не можем применить. Nexon подогнали. Я, кстати, пытался задонатить в Nexon Zombies, у меня не получилось. Ты чё, вот это худшая трата денег. Ладно, это было его решение, не надо. Ну так у меня же не получилось, а я пытался. Но по факту но это была попытка зрады. Я просто хотел себе какую-нибудь пушечку смешную. Ну и что теперь? Пушечку, которую можно заметить только когда держишь, я не знаю, там топор. Yeah. Кстати, когда следующий апдейт органит? 2023. 2023. 23 вроде. 22 уже было, апдейт хватит. Мне так повезло с пультом, он типа заряжается как на следующий дробовик. Типа, на честном слове. О, да. Mission begins in 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну потому что карта сама по себе маленькая, логично. А еще раз сейчас вам будет только очень тяжело. Очень тяжело, да, это. Потому что телефон бегает. Маленькие прорубы. О, бля. Игра за курицу. А, в смысле, мы уже вошли? Блин, вы уже знаете, я пришел в мэп на блоге там сижу. Я тоже пару секунд сидел, ждал. Чего, блин? Хоть бы предупредили. Я увидел кнопку Enter и зашел. Вот Джон Дик. Да, это еще раз Джон Дик. Джон Дик, это как Джон Фриман? Это как Джон Уик. 3, 2, 1. Ну типа. А, мы уже играем? Да. Ладно. Ой, тут еще ничего не настроено, твою мать. Это игра, отлично.
Мы поправили свои проблемы. Вандерколд помер. У кого дуэджи крови? А нет, это Винкидер. Винкидер не дует. 60 секунд left. А я не дую. Ладно, выключи вентилятор для этой катки. Ну да, Миха, мы союзника. Спасибо, игра, ты так. О. Здрасте. Кот у нас спидранера удался. Это был Арганин, ладно. Почему я убил Арганина? Я думаю, тебе, Джин Дик, нужно взять ручной контроль над микрофоном, чтобы мне не приходилось ее менять со 100 на 30%. Постоянно. У меня вообще все выключено, потому что я... Корзина меня не доклёпал. Вообще, у меня все выключено, потому что если я включу какой-то один из эффектов, мне это... Микрофон превратится в... Типа этого. Ну, окей, тогда мы подстраиваемся в текущую власть. Что? Где? Ну, конечно же, блин, сейчас мы будем еще какую-то пропуск делать, что-то, я не знаю, где нужно информацию его найти. Потому что я знаю, что можно дать некоторые пропуски, и просто знаю текстуры. Mission begins in 20 seconds. О, кстати, можно брать любые пропы, вау. Я не тот. Mission begins in 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вау. Я убрал один боб и подменил. Вау. Тут достигнул. Халявные килы, пацаны. Бей бот. За что? Сейчас ты бьешь ботов, потом бот. Блин, бедничай, я просто хотел жить. Я не случайно. Потому что я просто убрал тот старый запас подсел. Это не означает, что... Ну ты знаешь, что я тебя сейчас убью, а? Вообще-то я как бы... А, это был? Подвинил мусорку, короче. И эту мусорку убрал, и на место мусорки сам сел. Получается, один проб лежит где-то там. А сами подняли, спалили. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Блядь. Вот это, кстати, надо заплатить. А тут где-то рядом кровь была. Они где-то рядом. А. Я нашел. Ну ты, конечно. Тут, короче, бэк подавив. Я еще такой берешь наверх за прям на крышу берешь и там лежишь, сидишь. А ты че? Откуда бежит? Тут кровать бежит. Отлично. Кровать. 60 секунд. Я бы на ней поспал. Я вам запрещаю спать. Я запрещаю вам выходить из этой комнаты, иначе вы умрете. Ладно, я лучше уйду, а то еще равно сдохнет. Блин, мне кажется, тут... Вадим, ты не будешь хвастом. Я буду записывать демки. Ты не будешь хвастом, Вадим. Ты не будешь хвастом. Бля, глаза стоит. Конечно, сейчас мы снова сдохнем. Спасибо, игра, что дал мне, пожалуйста. А. Окей. Хорошая экспертушка была. Найс скриншот этот Астольфа с ножками. Это конечно, по песту, братан. Ну я, кстати, уже мог полетать на машине, не мог себя убить. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, у меня все еще мой недоделанный мод на звуки из Postal 2 стоит. Я умер. Считай, я сколько умер. У меня попались какие-то пропы, которые сильно палевые на этой карте. Зачем ты их взял? Потому что у меня выбора не было. Плати за рерол.
Нет. Да зачем? У меня нету это поинтов. Я все поинты в кейсе вложил. Блять. Вложил куда в прожиточном минимуме. Ты кратчо убил, но и лучше. ТСО. Вложил в билеты ММС. Я сейчас вернусь. А, у тебя еще разгружается? У него немножко разгружается где-то раунда 3-4. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Самый слабый компас всех, что есть вообще в мире. Ну, осталось только на Рэндэнг надеяться. 2, 1. Остался Карлос и бот. Минус бот, остался Карлос. Я, конечно, могу его спалить, но он в таком бесполезном месте, конечно. Нет, скажи просто, а будет он зомби или нет, это главное. Не, у него будет. Ну все, значит, все в порядке. Капец он... Он вообще имеет несколько кипкис. Мы найдем все равно, нельзя выиграть так просто. Ты понимал, он бегает как ебанут. Бегает? Да, бегает. 60 seconds left. Капец! Вот это он, конечно, кстати, в такой паре. Я даже не вижу, не видит, что подойдет к нему кто-то. Где вообще это падло? Ну он сказал, что он бегает. Значит, он где-то бегает. Логично. Если что, я говорю правду, я не знаю, это заблуждение. Это, ну, ладно, всех бегунов надо палить, что они бегают. Потому что бегать это плохо. 30 seconds left. Бедная лава! Я уже там. Нет, мама, нет! Я никого не вижу. Чего это заблатывается? Алло, чего? Чего не убил? Вот. Не это кто там матрица была, люди? Да просто матрица. Я ищу, я устал. Я устал уже. Как лучше рандом. По-моему, баты тут вообще не в тему, потому что тут именно этих... Искателей намного больше, чем пропов. Тут только три человека пропов. Mission begins in 10 seconds. 9, 8, 7, 6. Боты дают хоть какой-нибудь шанс повысить себе это. Это пипку, да? Да. Понимаю. Да, Мэдрэм их даже не может убить один большой. Я помню, как один раз, хотя нет, не один раз, много раз боты выигрывали. Выигрывали, да, иногда они могут, но не всегда. Ну они выигрывают, потому что игроки просто идут, а? Как я. Не, у тебя просто комбо, но... Не, ну ты реально, типа, ты бы нормально встал играть, если бы у тебя было 15 FPS. Так и люди раньше играли 5 FPS. Ну это раньше, а вот сейчас уже компы, которые по 200 FPS. Люди вообще раньше играли. Вот Бонни играл где-то год, наверное, или полтора года, он играл 5-10 FPS. Пока топ-пиздох. Да, пока топ-пиздох. Раньше люди вообще на улицу. Не считается, надо попробовать. Блин, тут еще никуда не сносится. Типа тут вообще... Расстреливаем предметы. Остался только Рыганин, Рыганин, давай. Я это готов на поединок. Я не готов. Чуть не умер, кинжа. Куда? Убим. Наши бить. Давайте попробуем с равным режимом. Это вроде Hide and Seek Zero. Да, Hide and Seek Zero. Ты уверен? Ну типа, Origin это такой себе, обычный Hide and Seek. А вот с разными режимами, это вот это. Ну так я же говорю, это не зиксер. Что да, такое points receiver? Это типа... Okay. Это если тебе что-то это... непонятно, это если что-то непонятно... очков. А, круто. Если это что, я сделаю локализацию на эту игру. Можешь скачать, если тебе что-то непонятно. Да, это... Абсолютно... Абсолютно легальный самопиар, не надо мне тут. Да. У меня зависла игра. Да жди. Класс. Я поставил рейди и ничего не происходит. Там написано в чате, что можно проиграть. Еще больше легальный пиар.
Сначала загружается хост, потом все остальное. Короче, с каждым скачиванием локализации кошке добавляется одна печать даун на лбу. Каждый раз. Каждый раз скачиваю это я. Каждый раз, когда выкачиваю русификатор на КСО 2, один котенок умирает. Не, это уже сильно жестко, не надо тут. Да, вот именно. Мегаход, так сказать. Когда вы качаете этот китайификатор, и котенок умирает. Китайификатор. А, кстати, охранер. А ее использовано на скалформ. На скалформ. Да, вроде. Глубокий программ. Вадим, где КСО СДК? Есть, я есть Visual Studio, Visual Studio Code, а также VDF Editor и VMD Editor. Да, уж ты просто напишешь. Давай ты будешь кодером моего мода. Да, уж ты этот код отдашь Эльганину, Эльганин там что-то по... Сделает магию, он, короче, это выпустит КСО 3. Мне бы сначала исходный код постула 3 самому найти. А, ну, Вадим, это какие-то, он просто не сливает такого андеркода. Да, он, короче, в штанах это. Андеркод логал. У меня игра будет. Поздравляю. Ну, походу, у тебя что-то устабильное железо, я хз. Если что, реальная черепашка, у нас синяя, голубая. Так. Син, запоминай положение рук и глаз. Один глаз и руки вперед. Понял. Как получить косоглазие, что ли? Так, один раз и руки вперед еще. Откуда у тебя исходный блок? Не чекайте, не стреляйте. Нет, я уже просто видел, я бы черепашку какой-то. Не трать патроны. Здесь не так много черепашек такого цвета и с руками вперед и с одним глазом. Так они все так. Нет, у них руки отличаются. Это тускан. Да ладно. Действительно. Спасибо, Кэп. Это баг. Я кого-то нашел, серьезно? Ладно. А, еще Бонни где-то сидит. А Бонни как это, я все равно пришла. Прячутся. Да, кстати. Чекайте потолок, как там. Бьони, они на деревьях! Я могу где угодно сидеть, сразу говорю. Понятно. Это мод что угодно. Кстати, знаете, что я заметил? Реально черепашки можно встать. А типа на нереальных встать нельзя. Да, типа у игроков Xbox есть. Ну, блин, это немного... Очень сильно палит этот режим, мы именно этот конкретно. Не, я так задумал. Да, я помню тот прикол, когда Ганю написал, и я его сразу запалил чатом и потом убил. Чё? А, не... 60 seconds left. Допустим. Нет, не это. Чё не 50 мобиль? Чё они там? Что они вообще? Почему? Медитирующие черепашки? Это легально? Да. Ясно. Они черепахи это скрытые будки. О, и тут вообще это вообще лика вышло. И у вас там уже какая-то лунда. Бля, я не знаю. Я это все понимаю, но я не доверюсь, пожалуйста. Я могу перемещаться с нычку на нычку. Нельзя бегать. О, иди дальше. А чё? Это выйдет там, где я каждый раз буду меняться на нычку на нычку. Нельзя бегать, понял. Ну это называется не бегать, а следом нычку на нычку. Нет, это бегать. 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пацаны, договариваемся не бегать. Прячемся нормально, бегаем только когда смена пробует. Ой, блин! Ой, блин! А, я еще чуть? Ладно. Это кружечку кому. Так, мы играем в крик, это уже означает, что не победа будет.
Так, красный светильник и сено. Я просто на этой карте, когда у тебя большой проб, ты даже с респа выбежать не можешь, потому что хитбокс огромный. А потом прыгает, как... Вы-то хотите, а я лучше возле камина посижу. Хорош. ЛЛ1987. Я все, блин, почему все играют? Пацаны, я, короче, сегодня в стандбокс играл. И, короче, после этого, когда мы играли, сервера тупо сдохли. И все. Но это проблема сервера. Не, и он так и не включался. Так, я убил красную лампу, и я убил сено. Остался поддон. Поддон. Легко тут найти. Мы найдем. Надо смотреть. Сейчас найдем. Наверх смотри. Уверен, что вы его найдете. Да, найдем. Не подсказывай, Владимир, пожалуйста. Я же, блядь, с вами играю, вы чё? Ты умер. Ты не можешь говорить. Я не умер. Ты умер. Нет. А, вы жив или как там? Я тут, блядь. Ну все, раз ты жив, тогда ты можешь говорить, ладно. Где он? Ну я не знаю, ну подумай. 60 seconds left. Проснулся, лоха, но это вообще было, так сказать. Где же этот поддон в рецепту? Бля, я проверил вторую тачку, тут вообще ничего нет. Вон он стоит. Ты что сделал? А чё? Он, короче, это и в полную дачку падло. Потому что дети вообще никого не видел. Понятно. Ну, я ему, короче, тупо раздор не повезло. Все стали крошечки. Ой, сейчас это... Заебись, можно будет бегать. Нет, тут это обычная пробка, тут только там... Один прячется. Вадим? Ты жанутый. Белый смотрит. Ты жанутый. Нет, блин, глуп. Так, нам могут подсказать курицу, но не могут. Могут, но не могут. Могут, но не могут. Играем в конфликте, столько нам сказал. Когда увидит курицу, говорите, будем за ним бежать и посмотрим, куда они ведут нас. Почему курицы должны нас вести к игроку? Так они к пропу ведут. Это именно... Да. Режим так. А вдруг он реально где-то на бочке? Найс. Ебать, я застрял, сука. Ты нашел, Карл, судья? Я нашел. Я нашел. Это попком нашел, да. Рандом сайз. А опять снимает? Хватит, дайте мне передать просто, малюк. Так, смотрим. Mission begins in 20 seconds. Чё, ну-ка, это маленькая бутылочка? Я не могу взять. И говно. Бесплатное говно. Mission begins in 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Возьму говно, нужно оплатить, чтоб мне заплатили. А, вы тоже говно любите? 2, 1. А, говно тут! Оно в здании уже. Отлично. Капец, там просто рандомы умирают, потому что да. Так, чё осталось? Бутылочка. Да, бутылочка. Пипец. Это пипец, мы не найдем. Я уже 30 хп имею. Мы уже не нашли бутылку. Бесполное говно, а организм плох. Платная ДР. Вполне возможно, где-то заныкался очень глубоко, потому что это маленький проб. Маленький проб еще, если ему с рандом сайзом подпортить. А еще я знаю то, что можно угде угодить. А представь, что бутылка еще обещала в гейле пойдет. Хорошо, то, что нельзя даже. А кто за нее играет? О, пешком стреляет. Найс.
Это был бот. Это была бутылка. И что-то еще осталось. А в смысле? Что-то тоже маленькое было. Ты уверен? Ну, наверное, маленькое. Пойду на крышу, кстати, посмотрю. Посмотри. Мне кажется, Рамбо не знает, что можно на крышу вернуть. Так. Откуда? А поэтому и с крыши можно хорошо так-то и посидеть. Я уже посидел. Крыше можно хорошенько прыгнуть, кстати. Нет, на крыше можно так садыкаться, что не дойдет и никто даже не залезет к тебе. Потому что это надо еще знать, как заныкаться. О, смотрите, это... Что за фон? Блядь, ты там. И я захожу. Был кирпич у меня, ладно. Неплохо. Слово. Ой. Ой-ой-ой. Так, быстро, быстро берем, быстро, 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 быстро. Okay. Кто угодно берем быстро. Вы будете петь убегать. Mission begins in 20 seconds. О боже. Мы 100% убегаем. Mission begins in 10 seconds. Да. А, кстати, если мы бежим, что мы можем бегать вроде бы. 5, 4, 3, 2, 1. Не получится. Бежим, бежим. Иисус, ты меня слышишь? Судьба такая. Бля, ну придется бегать чуть-чуть. Это же лежит, где нужно бегать. О, чуваку. Тут урван просто. Нет, нет, нет. Иди нахер. Ой, я даже спингом убил. А в смысле, а почему вы такие такие медленные? Типа, он не догнал. Сюда он сюда не запрыгнул. Сюда не запрыгнул. Я запрыгнул, а ты набег, 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 набег. И наверх, тебя наверху никто не убьет. А, он еще это пытается распределиться. Ну а как еще ты не распределился? Бля, я все догнал. Ты догнал. А! Капец, тут, короче, просто такой беспалевый, но, наверное, те, кто... А, Гарголд вообще Люка стоит. Я даже не чек. Тупо Люка. Не, у него чуточку клива стоит. Ничего, все четко. Так и должно быть, типа. Не просто же ровно кладут такие вещи, просто выкинут. Чё, сейчас я горю сдох, надеюсь, хп. Не, ну конечно, но я не буду палить имя, потому что я чуть-чуть спалил, мне бы это вырвало нахуй. Ну короче, действительно, он так и беспалево стоит. Да вообще все равно обстоят. Я беспалево стою. Не, ну просто я на горячую голову взял. Ну да, один немножко палил, но... Ну, просто все настолько медленные, что не замечаю. Бонь, чё уж. Я пойду. Кто даже по карту взял? Чё, как там? Бля, единичка. То есть... Ну, конечно, спасибо, что кейк не заметила. Но он, короче, она была очень близко. 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Уже когда отключилось было. Я сидел в дискорде. Да, но это, конечно, действительно бесталено было. Да. Так, а чё я... Вандерпол тряхнул стороной. А черепаш. Nice. Черепашечка. Okay, ой, черепашечка. Ты черепашка? Ноги. О, еще и карта подходящая. Чё там один стоит? Вдали ждёт чего-то. Это бот? Кто ждёт? Так кто-то там ждёт. 1. Уже все стреляют, сейчас вообще все подохнут. Ты чё-то накаркал, чё? Нихуя ты, блядь, хуя. Ну да, а как ещё? Черепашки.
Черепашки. Вы запомнили, какую черепашку? Я написал. Все были зеленые. Но они еще не знают, где последний тик лежит. Да, там, короче, Вадима играет, что переиграет. Окей, Думаете, я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Ой, тут, короче, черепашка застакалась. Три черепашки застакалась в одну. Черепашки, которые слепались. На Вадим умер, потому что он был на видном месте. Я просто здесь чекаю, капец как. Он не на видном месте, просто его можно спить и убить. Проверка черепашек. Предъявите ваш хитбокс. Серьезно? А чё? Ладно. Вивам. Короче, как я понял, Кейк и Арганер где... Чё? Ну ищи. А чё, натуранная где-то... А, так она рядом с вами ныкаться будет. Алло, в смысле? Шо за спрей? Я не понял. Да камеру спрейть можно. Хватит спрей, это была подсказка, я её подосрал. Это кустра, блин. А, это Кейк тут к спрею, короче. У меня 10 хп. Найс. А у меня сотка. Ну, я подскажу немножко. Да? Я подскажу немножко. Нужно применить двойной прыжок. Ага. А ты спал, я понял где-то. Или нет? Это достаточная подсказка. Ну, в принципе, да, типа, тут мало объектов, по которым можно прыгать. Ну, мы просрали, мне кажется. 20 seconds. А ну-ка, left. Это не задирай нос. Я, блядь, как с вами в команде. Сейчас, короче, вы услышите шум, который будет. 10 seconds. Можно главный прыжок проводить. 8. Не, походу я где-то вообще не там бегал, потому что я чекал эти места, там тебя тупо не было. Ты не залез даже, куда надо. Ухо. Туман. Сайлент Хайден Хилл. Хайден Хилл. Когда скачал пару модов? Так, запоминай, чё выбирал. Запоминаем, да. Тут вообще ещё ходим, да, запоминаем. Горшок. Цветок в горшке. Mission и что это похоже на ком, походу, было? И что-то стальное, судя по звуку. Ну так, это подмена. Короче, four, цветок такой продолговатый, типа папа. В горшочке корища. Блин. Блин, это было сложно. Казалось, тут что-то бегало. Это всё лишь твоё воображение, это твоё лучшее. Нет, это Карл бегал. Ого. Капец, они стали умирать как мухи. А, это... Цветок убит? Цветок я не убивал лично. Просто я чекаю тут места, я пока что ничего не замечаю. Потому что я слип. Поэтому я говорю, я и жив. Вот я живу ради того. Чтобы не убивать. Да, возможно, он где-то там накидится. А, это там, я не знаю, где там. Так, надо лезть на крышу, короче. Но осталось только сильный вандер. И бог. Чего ты бегаешь? За проезд заплати. Я бегаю. Блин, я читаю такой малый, вот тебя пробегает. Говорю, я же говорю, меня спалили на крыше, поэтому без... А, да, я понял, там, короче, он сидел. Нам надо, это, две скважины. Да, где же он может быть? Люди у нас подозрения закончатся, давайте их найдем уже. Давайте найдем. Согласен. Ну, короче, нашел еще одну мечку. Нашел еще одну божественную мечку. Здесь достаточно на Италии меч. Но именно на этой версии, то я нашел одну. На этой, да, здесь следующий. Блин, я вообще не имею ни единого понятия, где. Я хотел такой делать самый ржачный. Я тоже не знаю. Но не получилось. Подсказка, я высоко.
Логично. Высоко? Да. 20 а у него высоко. Нет, тут нига. Тут нет. Идет. 10 seconds left. Сижу я в воздухе. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Коробка? А где? Я ни разу не видел эту коробку. Она на столе стоит. Там вот хп не видно. О, чикен. Петушиный кок. О, да. А это, я если честно, не знаю, что это будет. Кто-то скажет, что это? Две команды контрейтируют. Жрёшь фрукты. Короче... Mission begins in 20 seconds. Жрёшь фрукты, жиреешь и набегаешь на курицу из другой команды. Mission нас двое против 9, 8, 7. 7, Вадим, мы 6, с тобой две курицы, 5, у нас сейчас сколько файлов? Это бигин данный. А в смысле я курицу? В смысле я? Чё? А, что? Ладно. Вадим, жри всё, жри всё, Вадим, ешь. Ебать, тут мало чего выскакивает. Тут мало, да, очень мало еды. Винкулер спешал в Атес Дас Эдишн. Хорошо, кстати, меня никто убить не может, пока она его. Я сейчас убью все. А ты попробуй. Видишь? Попляты тварь. Поэтому я думаю, жрать не буду. Опа. Я оставлю для тебя раунд. Ой, Альгайер уже кого-то сожрали. Всех жрут. Он, блин, не жрёт. О, блин, сколько... Я когда говорил, я слишком придумал. Ладно, всё же рано меня жрать. А кто выиграет, интерес? А, там хп будет уменьшаться, если типа нет ожидания. У меня 460 хп, я пока ничего не жрал. Жри давай. Ой, нет, ты чего? Бля! Только небольшую. Ой, большую. Вадим, фруктов больше ешь, иначе я сейчас тебя уже как великан соберу. Вадим, давай убивай. Беги нафиг отсюда. Вадим, давай убивай, бо. Мне недостаточно убийств. Заебись. Заебись, выиграли. Джон, да это ебать Вадима. Пипец, он что-то быстро просто отожрался. Потому что вы это ключевое не полили, я тебе хп не качу. Типа я вообще там где-то в сторонке это жрал. Он все выкает чисто, не делал, а сам уже нажил. Да, тут дик, короче, это все зарешал. Там дохуя продуктов был радио. А последний походу АФК. Mission begins in 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да. И бутылка. Баты, баты самое лучшее. Радио был. Радио еще. Осталось только радио. Ну походу это стих, да. Ну это был не рандом, так что логично. Опа. Блин, блин. Ну короче, все, ГГ нам. Нам ГГ. Это еще дробовиков надо целиться. И у нас один выживший, да? Он взял какой-то маленький пробор. Рудоль? Тут еще один, тут еще один выпалился. У него не олененок, типа Рудоль. Завистый, вот тут все, блядь. Да, голубак юзает. Меня заходит. Ура. Ходит, заходит. Вон он бегает, вон он бегает. Вон он бегает, пацаны, на красном гараже. Короче, тут еще это люди, рандомный проб остался. Он куда-то делся. Не денется. Ёбаный бегунов, блядь.
О, ну да. Ай-ай. Хоть бы были эти пропы, которые убивают. Киллерс? А его там нету режима. А, не, есть, есть. Есть. Не падает. Он редко снова туман, ну ёлка она. Он редко, редко будет. Это шанс для пропов выиграть просто туман. Mission begins in 20 seconds. Бля, видишь, там под... Mission begins in 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Roger that. Negative. Roger that. Да, у них есть все шансы, чтобы нас сдрючить. Туман очень прям жестко на руку играет. Ну конечно, хитбоксы, блин, кривые, проверяют. Ой, я иконку вижу. А, ну конечно, это фишка, которая у меня, бля. Не, у них нету шансов. У кого нет? Ну кроме этих, которые спрятались, они очень поляно стоят. А, ну конечно, это 9 левел и 60. Левел не главный, главный скилл. А шо, разве по левелу скилл не назначается, лол? Типа тут смушеров особо нету. Не, не да. Левел за донат не продает. Да блин. Только поинты. Только поинты. Только анальный секс продается. А левел нет. Ну сколько продается в этом, если что? Подтверждаю, одобряю. Я не понимаю, почему у них такие мышцы? Не можем, они жестко спрятаются. Кто-то так явился, и это, походу, это, фэкап. Ааа, смотри, где? Я уже убил. Первого убил, второго убил, они все в одной нычке были, лол. Мы в углу стояли, все в одной нычке были. Короче, смотри, не будут остыть просто, пожалуйста. Оба, да. Убей! Сейчас будет ПВП. Можно бегать сейчас. Можно бегать с этим поворотом. Чё всё-таки огромный? Потому что, ну, это ж типа ПВП. Mission begins по вратам бегать можно. Не, какая-то фигня. Христа возьмёт. Бегать можно, но осторожно. Mission begins in 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Христос воскрес. Ну бегать, конечно, можно, но не рекомендую, потому что очень много контролов и все пушки. Все тупо уже отъехали. Какая жалость. Если заметите пробу, скажите, пожалуйста. Мы подсоединились, одна фигня. А где пауэрап, кстати? А. Редко падают сейчас. А, во, выпали пауэрап. Че, давайте. Ура, в здании. Пошли фото же. Остался только Альганер, который походу падло очень хорошо заныкался. Ну да, конечно. Вы же не чекаете, где нужно. И мы вертикально не думаем. Ну давайте, давайте. Я тут уже это ассасина прохожу, блин. Я вижу, вон ты паркуришь, да? Ты да, видишь? это я, короче. Ну вон молодец, вот так. Может найдешь меня когда-нибудь. Вы через 300 лет, блин.
60 seconds left. Продам координаты игроков за 300 баксов. За 300 баксов я продам. Ну, я вынужден сказать, что один раз ко мне был очень близко Винкидер с готами, которые... Ну, конечно, но... Он близко ко мне в один раз, но я не скажу в какой раз. Но он был близко один раз. Но плохо посмотрел. Ну, потому что я не глазастый. Это логично, это ж я. Что делает M-сенсор? Он вибрирует пробки, если они в этом кругу находятся. 10 seconds, 9, это электровибратор. 7, 6, ой, я придумал, 5, как, короче, можно 4, ставить не убив 3, твоего ПП. 2, 1. О, а наверху. И... Чё? Ладно. Вытащил победу для пробок, как говорится. Опа. Ну, есть еще танк у пробок сейчас. Затащить еще один раунд. Нет, чувак. Ааа, криво руки идет. Смотрим. Mission begins in 20 seconds. Что-то взяли. Лампочка? Да. А, лампочка. Лампочка, кардин. Mission begins in 10 seconds. 9, 8, 7, 6, лампочка и кардин. 5, 4, 3, 2, 1. 99% запитаю. Пипец, блядь. Как их найти вообще невозможно, по-моему. Есть только курица не подскажет. Курица, курица. Скажи, где найти пробки. Да-да-да. Нам нужна помощь курицы. Где да. ее взять? Не знаю, пока нет. Ну тут, конечно, два пацана очень. О, курица спамлилась сейчас. Да. Кто найдет? Одна курица спамлилась уже. Пришла и все. Куда она пришла? Ну, к мосту. К мосту? Значит, они под мостом, очевидно? Нет, я застрял теперь под мостом, помогите. Да, он под мостом стоит, вот он. Где? Вот под мостом стоит. А-а-а. Я его убить не могу. А, потому что вода, она что-то нейтрализует. Она типа дома, куда не проходит. Ой, я за тобой слежу. Теперь вылезти. Как вылезти? Ну. А ты не охерел сейчас там курица? По курице может вылезти, да? Не получится. А по друг другу. Во! Нельзя, только нельзя прыгать, это проблема. О, ща вылезу, ща вылезу. Стой, кто здесь? Стойте на месте, блядь. Стой, блядь. Ну, главное, чтобы туда никто не пошел, иначе мне все пацанная камера. Как вода. Я выхлоп через воду, Агалин, смотри. Тони. Выхлоп через воду. Надо вылезти. Я бы кого мычал. Это Венкиллер мычит там. Ten seconds, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Окей, okay, let's go! Ща будет это шутки от Эргалера. Я ищу. Я ищу. А, ты ищу. Лампа, колеса, лампа, колеса. Лампа, колеса, mission begins in 10, 9, 8, 7, 6, 5,
Лой, за какое-то ограничение телепорт нельзя даже телепортнуться. Я вижу иконку. А, ну конечно же. Ну почему ты не догрузился, алло? Мы сейчас постоянно пропуск нашли, да. А еще не забудь то, что мы можем... Блин, это ж еще... А разве это не порт СКСС? Нет, это Максим. Партия. Вот она, порт не похожа, я... Каб, я только что вот доход пришел. И конечно же, Вадим остался. Вадим, давай, признавайся, все равно ты уже умер. Так быстро? Да, все умерли. Мы найдем. Мы не найдем. Я нашел. Я уже нашел. Да, ладно. Ну блин, конечно, тот момент, где Акунусы дико полили, это, конечно, жжет. Теперь за Сити идем. Конец. Ааа, давай лучше Тим. Каски за Сити. За Сити Тим? Или обычно? Тим. Ну блин, как... Вот это, чтобы да. Не, у кошки не сработает. Кошка здесь? Да, я здесь, у меня комп под Биг Сити помрёт. Не, он доходил, только он доходил где-то через минут 40. Да. Не, серьёзно, мы тестили, короче, Биг Сити, у него заходило где-то почти час. Я, короче, знаете, откуда, из-за чего у меня, короче, стал комп помер? Из-за зомби, из-за зомби из этой. Погнали. Не погнали. Вандеркол жму. Больно жму. Я не... Вау, мне цепушка выпала. All crews to battle post. Цепушка? Это двухмысленно обучало, знаю. Это было очень тупо. Цепушка. Це жопа. Це Украина. Блин, так жарко, пиздец. Я хочу включить вентилятор, но не могу. Цемент, цемент. Раз тебе жарко, то бьёшь. Давай лучше я попробую... Хотя не, наверное, так будет чёно. Я сейчас попробую просто его вот для себя поставить в этом... Сбоку, наверное, не будет слышно. Бля, выключи камеру, кто включил? Кто включил? И Вадим, ты... выключи камеру. С лапой комп? Выключи камеру. С лапой компьютер. Камеру вырубай! Светка, да причина! Ничего не получится. Всё вырубил, молодец. Ну, я говорил, нам про это, про выключение камеры сработал. Я здесь один, пацаны, я один. А, нет, вот уже заходит. Я хочу, чтобы ебать. Напоминаю, что это Battle Royale. Каждый сам за себя, никакого копейки. Короче, PUBG на минималках. Да, на максималках. На стероидах, пусть. Ну, наверное, не слышно, но мне более-менее что-то будет. И вам необходимо как можно быстрее залутаться. Никакой пощады никому. Только инстинкт выживания. Блин, Максимы, конечно, очень хорошие. Знаешь почему? Да. Они не делали бинт. О, в смысле, чё, когда, откуда? Всё, валим. Валим. Валим и валим на гелике. Разбегаемся. Ух ты, зомби. Больно. И, конечно же, мне ничего не падает. И сейчас меня зажжёт зомби, да? А, нет, сейчас тебя просто застрелят кто-нибудь, кому там выпадет в уголок. А я пойду в соседний дом, пойду в соседний дом. Да, смог, то что мне надо? Я буду сидеть в соседнем доме, поэтому, чтобы было... Не, мне пиздец. Мне пиздец, мне пиздец, мне пиздец, мне пиздец, мне пиздец. Мне не пиздец. Пушка не берется, почему? Это не хватает. Ой, нифига, Вадим уже М-ка, Вадим с нас ушел. В смысле, Вадим? Вадим, давай, давай мы тут друзья. Вадим, отдай М. У меня есть граната, тебе нужна граната? Я там вывез, наверное. О, тут тачка есть. Ой, это, наверное, я зря сказал, потому что сейчас ко мне кто-то прибежит и даст мне пиздюлей. Да никто не знает, где скачка есть. А, они же рандомно станут. Да, они рандомно скачут. Ой, в рандомных точках. Рандомных точках, рандомные тачки. Ой, блядь! Чекайте, я умер. Чекаю, ты умер. Чёрный умер. А, серьёзно, эти ящики даже никто не залупал? Ладно.
Так они ж спавнят. Дайте мне оружие, это только я не могу даже себя защитить! Нет! Чтоб ты понимал, я открыл где-то 7 ящиков и ни из единого даже не выпал пистолет, чтобы я смог хотя бы хэд сделать. Ну, ты будешь, ну, в роли как бы убегающего. Спасибо, я не хочу так играть! Блин, ну конечно, у кого-то уже МП5, там, не знаю, по 90 у всех. Уводи ЭМ-ка уже, типа, сразу выпало и всё. Ой, блядь, я ебал здесь этот рандом. Ой, кому-то тоже ЭМ-ка выпало. Ты можешь перезайти, ты реснешься, если хочешь. Не, это будет уже нечестно. Тем более, что они уже залутаны, и если я сейчас войду снова, то они меня сразу за спами бьют. Да, так не так и надо. Блин, игра говна. А в чём смысл зомби здесь? А, ну просто. Просто? Nexant Kia, бля, ну добавим зомби, пусть хватит. Ну они хотя бы какой-то лот выпускают. Но он очень-очень плохой. Night is... Внимание! Кто-то зомбарём стал. Короче, не попадайтесь ему на глаза, иначе вам пи... Да, Карл из зомби. А, не, у него, короче, фитспингом какая-то лажа. Он из-за лупы просто играет. Я кого-то убил. Да ладно. Или чего-то. Прикольно, зомби может брать пушки. Логично. Я еще так удивлен, что челик со вторым левелом почему-то живее в семье. Я играю в этот режим вообще не жалуюсь. Ну ты к себе живешь. На шифте не подошли за спину, это будет неприятно. Это как там, Крися? Ну, типа да, не найдешь, не прозвёшь. Кого-то уже убивают? Иначе это прототип. Молодец. А, кому-то прототип выпал? Не, ну кому-то сильно повезло, значит. Я слышу зомби. Вау, информативно. Красная монетка получила 1 очко. 1 очко? Да. Куда ты там прыгаешь, чмо? Да я вот на карте вижу. Нет, это шляпа. Все, короче, это... По зданиям катали. Ну да, конечно, по зданиям. Пойдём. А зачем он кинул флешку? Надо. А, ну в принципе да, а куда я кладу флешку, если где-то будет враг? А, так это зомби был, тьфу ты, я думал... Я спавнюсь, мне крышка. Что ты не видел? Он, короче, это висит на спавне. Он, короче, действительно висит на спавне. Мне кто-то 20 хп снял, а тут зомби для сходи. Я думаю, кого я слышу постоянно, это зомби. Если следующий компетитив. Если следующий компетитив. Ну ты, конечно, ценного персонажа взял. Сейчас, ну... Нет, следующий. Сейчас моя жопа наполнится свинцом. Я очень люблю компетитив. Чтоб ты понимал, ты просто лагающе падаешь вниз. Я это тоже вижу. Лагающе падаю вниз и не могу пошевелиться. У меня вообще нет по комп, но у меня висит сама игра, походу. Я в воздухе сейчас хожу и спускаю сердечки. Пытаюсь выжить. Пытаюсь выжить. Кадр по кадру. Тут зомбу. Тут зомбу, помогите. О, он обиделся, он живой. Моя жопа чует что-то неладное.
Чувак, если что, ты, они очень далеко от тебя. Просто не попадайте на эти, на здание. Люди! Он, короче, это, в крысу убил. Ты, блин, меня в три флешки закидал, ты не охерел. Нифига себе. Там, короче, Бонни сидит на спавне, блинёт там что-то. О, пушечка! Пушечка, пушечка, пушечка. Пушечка. А, это где-то ещё жив? Да! Пушечка! Я говорю, моя пушечка живёт! Бонни! Живём, пора! Пушечка. Капец, вот это вот ты, короче. Я думал, там, короче. Зомбу? Здорово, зомбу. Ой. Мне кажется. Мне кажется, ты делаешь что-то не то. Твою мать. А этих-то патрончиков нету. Ну да. Ну все, тебе пизда. И никто мне не поможет, типа, лол, моя жопа сейчас покушает свинца. Потому что это батл рояль. Да. Это батл рояль с моим ПК, народ. Это батл рояль. Окей. Бутылка. Бутылки. Да. Бутылки просто. Тут рядом Бонни. Я не буду говорить, как я это говорю. Да. Ну, логично, что. Все, мне походу F. Тебя кольца. Мысли, а кто там тогда сидит в спавне? Я ненавижу. Бонни! Бонни тварь. Давайте его. Он по тактике, Гампа знает, как в батл рояле играть. Тактика сидеть на одном месте, закидывать тремя флешками? Ну, к чёрту. Ну, ему повезло, что ему выпало три флешки. Ну да, он просто так сидит и ничего не делает. Ну, типа, ты будешь бежать, тебя просто какой-нибудь крыши убьют, и всё, изи. А если у кого-то ещё АВП, то снесёт вообще половину хп к херам. Ну да, авик типа прекрасен. Но у меня нет его, к сожалению. Иначе я бы уже напишу. Чтоб ты понимал, тут просто... Блин, я не знаю, как это описать. Это типа тактично где-то в жопе мира сидит или чё? Чтоб ты понимал, что чувак с РПГ где-то в жопе не сидит. Я зомби, блядь, стал. Почему? Да, хер с ним, не так зомби. Ну зато ты можешь это... А, у тебя 750 хп. Я чувака вижу на радаре. Вон он. А, ты можешь подать... Ебать, вот это прикольно. Он где-то там, блядь, сидит в той части здания. И это Бонни, чувак, я тоже Бонни. И Бонни, а, нет, я тоже вижу. Он на крыше бегает надо мной. Вот он здесь прям. А, давай в этом плюс зомби, типа, ты видишь всех вообще, типа... И ты можешь примерно сделать это... Примерно понять, что... Да, ситуацию. Когда ты фанишь человеком, ты можешь, типа... Они тоже меня слышат, типа. А, ну, на шифте ж. На шифте не держишь? По-моему, все равно зомбики звуки сдают. Мне нравится как... Да, короче... Бонни наверху бегает, а не понимаю. Вон там вот чел сидит, но где он? Как ночь работает, по мнению Нексонов. Чисто небо черным становится. Не, по факту так и есть. Ну, по факту, темно должно быть. А, да, типа, чтобы освещение было намного меньше. А так это, типа, как будто луна абсолютно всё освещает. Чувак ушел, я тебе на него посмотрел, он, короче, решил уйти. Испугался. У него волхак. Мне нравится анимация ходьбы у тебя, Органер. А, ну да. Бля, выебай, остался Бонни, который наверху сидит. Верните. Нет, там еще остался какой-то челик, который просто сидит и ничего не делает. Я вот не вижу рядом, по крайней мере, он не рядом со мной. Я знаю, где Бонни, он на крыше стоит. Бонни уже день нужен, чтобы пушку получить. Пушка? Убейте других игроков в битве на выживание всех подобных. Днем становится человеком обратно. А-а-а. Не, ну конечно у челика, во-первых, с пингом или FPS там что-то херово, но он, короче, до сих пор живой. А Карл... Ну давай, короче, Арганин, напихай Бонни, чтобы он знал, что с кем он играет. Я ему напихаю, когда у меня пушка будет. Рукой я ему не напихаю, очевидно. Я бы посмотрел. У Органера даже меньше... Посмотришь за 300 бакс. Да, у Органера там, короче, на крыше сидит. Я знаю, что на крыше. А там вообще рандом сидит там на спаде, ничего не знает. Ну он типа шарик. Блин, и игроков стало 5.
И походу тебя вылетело, да? У кого? У кошки. Угу. Блин, я еще так добавляю то, что зона сужается, а сверху почему-то пустота. Как будто это просто цилиндрический купол. Так так и есть. Да. Вау! День начался, зомби-реакция декрист. Сейчас спецназ против спецназа будет играть. И Карл. Капец. Мне так нравится, что мы обоим софтах, короче. Мне нравится, как Карл сидит, осматривает. А как ты его так убил, хорошо, алё? Я его запалил, потому что я проходил. Спасибо за... А, типа, ты делал эту 2 хэда, и у него уже минус 50 хп, ой, 50%. Ну, короче, пусть где-то там на спавне сидит. Я найду его сейчас. Уже можно не бояться теперь. Вряд ли он меня подсидит со своим пиглом. Карлос тебя убьет. Но я бы не сказал, что у него говно. Вряд Народ, ли. У меня даже мышка лагает уже. Карлос, ты в зоне, иди оттуда. Иди вот. Беги. Что ты творишь? Я вот здесь сяду, здесь подожди. Он один шажочек делает, я знаю. Один шажочек? Но он... Да! Чтоб я не услышал. Да давай побыстрее, эту битву уже закончим, алё. Типа ты будешь полгода сидеть, а он оттуда так и не выйдет, потому что он, ну это, просто сидит. Он оттуда не выйдет, и ты... Он сейчас придёт сюда. Нет, он... Чё он... Чувак, он всю катку сидел в одном спавне. Да. Что вот ты ожидаешь от него? О, хорош! Давай, да! Мужик! Хорош! Давай! Мы в тебя верим. Мы, короче, обои аптеки съели. А зачем? А зачем ты кинул? А зачем ты кинул? Ладно. Чё я не думал, как, алло? Откуда ты знал, что он там? Потому что у меня граната ему 3 урона пролетела. А-а-а! Это типа... Я пойду? Ну, если хочешь, иди. Карлос, херач! Нет! Может, вернусь, когда загружусь. О, вставай, блядь, ушёл ёбан. Падла, китайская. Так, что следующее? Зомби-команда, давайте. Какой зомби-команда, да? Тупо вентилятором сдуло. Я просто его поправлял, походу, это бы всего так. Слышь. Кстати, а зомби командер, по-моему, не работал. В прошлом обновлении. Ты работал. Он работал? Тебе нужны шейдеры. Ой, тебе нужно освещение на среднюю поставить. Да нет, подождите, я тоже поставлю себе шейдеры. Так, освещение на... Шейдеры. Нет, освещение. А, у меня освещение и так на медиуме. Освещение медиум. Освещение очень низко, а шейдер низко. А теперь вопрос к Нексону. Вопрос к Нексону. Какого хера командир вылетает при шейдерах на высоке? Скорее всего, проблема в... Дай криворукости. Я сомневаюсь, то, что это проблема Нексонов. Нет, да. Типа все режимы открываются, кроме Командоса. А Командос еще был официальным режимом. Я очень люблю компетитив. Если что, я в Командос не играл, потому что тупо-напросто у меня не запускалось. Только сейчас я понял, как это играть в Командос. Интересно, а кто будет командиром? Я буду. Только в Альгане, я знаю, что там в Альгане, короче, это 3000 часов в этом, нам попали. Тот же сервер, который вызывает игроков, надо играть в игру. Тот, кто будет играть командиром, у того еще должен шейдер на низком стоять, иначе не получится. Иначе выйдет. Так что, если вы будете голосовать, чтобы стать командиром, тогда ставьте шейдер на низком. По крайней мере, что, слэши? Слышим в чате стоит. Супер, да. Я отписался, я думаю, что не понял. Блин, ну так-то 6 игроков это кисло. Кисло. Вкусно.
Блин, если бы здесь была кошка, она бы что-то скаламбурила про это... Про 300 бакс. Кошка? Ну кошка это что-то мой лучший друг по совместительству, брак. Да проверим, кто не снизил освещение. Не, на самом деле должны были все снизить, потому что они бы их слышали. О, я уже загрузился, кстати, от ранера я. И Бонни. Вы хотели что-то протереть? Да, заходи, сейчас тебя протирать буду. Мы поиграем от командора. А смысл я командор? Почему я в контроле? Потому что... А, я в тиме. Типа мы играем, типа команда на команду? Типа... Один типа управляет другими? Я буду за командой. Да, это типа... Это типа, блин, как так сказать? О! Выбор кончится через... Я за хьюманов, я не за как играть. Hold this position. Oh, that's good. Окей. Я команд. Я беру мультипули. Бля, пацаны. Sorry, I can't do that. Блин, я еще взял это. Ладно. Ну, короче, буду... А в чем я буду играть? У меня фиаско, у меня мышки нет на экране. Ну, попробуй это альпабну сайт. Да нифига, это баг режим. Потому что на что это за маленькое чудо? А ну короче взрывается, если не будешь нормально играть. Очко взрывается, если не будешь. Захватываем точку? Это типа так работает? Типа ТР-2, как и не ТР-2. Мы похватили? Не, не похватили. Это мне напоминает Тирик Флор, только в мире Нексона. Юр Нексона, звучит как я еду. Отделение по лечению шизофрении. Шизофрения. Собаки, реально собаки. Ай, ай, куда больно? Бобо. Собаки ебать. Проклятые твари. Ну ты, блин, ты не знаешь, как ребята командора, мы не знаем. Я же на мышке переграю, типа, ее не будет больше никогда. Блядь, это ж типа может быть это реально проблема и так, типа они вообще. Вот пропадает мышка, то есть на клавиши. Как цели одновременно. Ну да, и короче на стрелочках для того, чтобы видеть там. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Это, если не работает, говорит, что так и был запланирован. Не, на самом деле, типа, вот подобные режимы, типа, так и играются на клаве. Кошечки. Кошечки! Реально, плюсуйте его. Тут уже это... Манька, говно. О, май эс. Просто май эс. Быстрее, кошка, твой эс нужен. Ставьте турели. Ставьте класс. Сейчас я тупо увеличиваю это. Пожилой. Ну типа. Перформанс. Взрывоопасная падла. Бомбит. Мандалы. А почему кейк 12 левел? Окей. А. Это левел в карте. А-а-а. Ты сколько прокачал, сколько молодец. Уф, взрывуйки. Уф. Быстрее прокачать не будет. Да, я вырубил. Мы потом мы видим, что ты прокачиваешь. Закидывают говном! Пролез. Кидаю говно! О, патроны.
Пацаны красавцы. On the go, follow me. Блин, я бы поменял сюда пушку, но мне эта Мико так нравится. I don't think that's possible. Мне нравится этот рейп. Ну ты, конечно. Я в одну ростовочку туда нахуй. Я взорву её. Блин, ну как всегда, Бонни там на первом месте, потому что знаю, как в этой играть. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бонни топ-1. На самом деле я играл на этой игре. Иначе это будет говно. Собачонки! Собачонки. Кидай, я это кидаю в говно, осторожно. Кидайте эту фигню кегу, чтобы они взорвались. Кидаю гранату! Кегу, это че? Как ладно, кега. Короче, вот эта бочка, которая взорвалась в смешном видосе про собаку и убила меня. Вот, аэрстрайк даже не удается. Аэрстрайк не удается. И если бы я еще плохо, скажите, что я использовал бочки. Ой, киглер, кил! У меня денег не хватает, пацаны. Ну, походу, это надо, а? Нет, в конце люди никогда не могут выйти. Я типа недавно обновление баланса по улучшил сторону людей. Типа, все равно команда не победит. Последний их командный апдейт. Вот сейчас как раз посмотрим, какой баланс в конце будет. Потому что в конце команда вообще выйдет. Титан даже в команде не поиграть, я понял. Мне просто в конце у командора дофига денег выйдет, когда будет. Если он все правильно покачивает. КСО онлайн зомби командор мод много денег. Я вспоминаю все три, получаю ПКшки на андроида. Дома. Что? Да и до жопы! Ну типа мы тут это сидим и нормально захватываем, не то что... Я пытаюсь срать побольше зомби, но типа денег не хватает. Я короче чуть-чуть это не вспыхнуло. Ой, у меня патронов нет. Ну у меня патронов нету. Ставьте турели. Ну я тогда как поставил, я вот скоро... Ладно, я вас пощажу, больше не буду с вами, я думаю, прокачаю. Инвестил в прокачку, нежели в количестве бомби. Надо прокачать. Так, дайте мне, пожалуйста, бомбик срочно. Мне нужна пущика. Мне пущика нужна. А где? А куда? А действительно. Они, короче, так это, заморочили с освещением, что оно выглядит так дерьмово, как никогда. Я сразу да, задумка, когда у тебя открыто все пропы полностью не освещены, это то, что задумали Максон. Но зато здесь пол очень красивый. 4, 3, 2, 1. Не, он, блин, просто просвистывает, просто вот так. Вот. Давай штрамхаем. Просто просвистывает. Не лезну зубов, а я же не слышу. Ощущение, это просто нет какой-то хорни. Ну вообще, и КС 2, это мод на Halo 2. Это вообще мод должен быть на CSGO по факту. Ну а тогда CSGO еще не вышел. CSGO... Нет, CSGO это не мастер дроу. Мод будет не мастер дроу. Звуки ветра скачать бесплатно. Чё он пикает? Это надо загружать. Пикает.
с пулеметом дальше поле. Это тебе не это тебе. Ладно, пока мы еще один пулемет. Ну вы все равно что-то захватываете, прям вообще. Да не то, что захватываем, мы ебем нахуй. Это вообще люто, пацаны, остановитесь. Так не должно быть. Блин, а это еще точка самая херовая. Типа, смотри, они с Лигом вот просто идут. Это вообще очень... Не понимаю, чем мы думали эти, как там, матеры? Но это максимально херовая. Маперов нету. Короче, аниматоры работают за работу маперов. Да нет, так хочешь скачать карту. Можно аниматоры были. А сначала конвертируй ее. Да и по-моему, это как-то вообще так херово сделано. Чтоб ты понимал, здесь я просто за проверку где-то на 4 вышки. Я заметил так много багов здесь, это капец. Чел, я делаю мод на Source, поэтому я знаю, насколько это ужасно. Но я тоже делаю моды на Source, я анимирую. Run for your life! Get your free TV. Я ебал. Блин. Нет, это может подкинуть. Ну, я видел. Ой, там, короче, Вадим убивает. Большие падлы. У меня у кейк написано левый Вадим. Да, он, короче, кикнул все. У вас тоже кейк левый Вадим? Или нет? Не знаю, кто это. Кейк, вон у меня левый Вадим открывает. Ну, да, реально. Ну, он как тут у нас. Бля, чего они все вправо уйдут? Вы чего, с ума сошли? Выйдите из другой дыры. Чего они в окно не прыгают? Почему они тебе? Да! Ну, в принципе, это АИ из курса, так что не нужно чему-либо удивляться. Вам даже думать не надо, вам тут он есть, вот и все. И не надо лучше чекать лево и право. Симулятор стрельбы в дверь. Симулятор онлайн. И вы спокойно тупо раскачиваете. Да блин, да это вообще маразм. Это прижим как день пива, это капец. Ну ничего, в конце вы не должны раскачать. Потому что... Бэксом. Что-то на серьезно? Не, это... Даже на серьезно я не помню. Это уже... Ладно, время уже взять какую-то нормальную пушку. Я возьму Феникс. Я не люблю Феникс. Ты просто играешь и слышишь из тиммейта. Я ненавижу тиммейта. Интересно, они флешки работают? А, флешка работает! Флешка! Я же опять решил, так что ладно. И, кстати, самое ироничное, что это как-то это буквально просто взяли, своровали, сделали. Ну, это командир, он был выпущен где-то в 2016 году, я КЗ. Потому что... Это даст, что... Ну да. Кстати, да, это самое лучшее, по-моему. Ебатель здесь! Ё-моё, что собак-апокалипсис! Собака, да, 100%! Режим живодерства включен. Режим убивания фури. Как они убивают, ё-моё? Ух ты ж. Я, короче, прокачиваю максимум дамаг и дальше пупит. Я тоже когда прокачиваю. Дамаг, а я хотел. Ой, его. А меня зажали. А чё вы в жизни делаете? Сделал зомби ещё сильнее, серьёзно? Уровень 14. Надо сильнее зомби, вы не понимаете.
Закидывай говном! Капец, я тупо не могу феникса прокачать. Ой, то есть делать типа ему сверхфичку. Господи, там собаки с крыши шикают. А мне интересно, как они не вызывают такого? Всё? Как вызывают собаки после такого стрик-скока? Они просто... Не, они будут типа обрали, кусали. А, ну типа, ну не знаю, мне кажется, особые тут ноги. Ну, собаки, они вообще четвероногие, как коты, так что они огромные сложно. Четвероногие. Это заметил. Ну, я вроде вам норм поддаю. Достаточное количество этих. А, не, хилек это, дядь! Кто шел? Это твой век! Немка тут бегает, это я! Ай, 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 ай! А ты что, это же чё? Ну, это же сказал, что давай посмотри, Альганин сделал пацан. Ура! Ура! Тихо, пацан! Привет! Кто-то у вас не уходит совсем. Так разумеется, тут столько собак. Бумер. Они бьем за пленами на бред. Бьем патроны. Все, я хорошо в холле остановлюсь. Блин, даже сюда не помогают. Там по делу. Ну, они тогда стоят. А, вот я смотрю. А они там где делают, они стоят. Они в патрон стреляют. Мне патрон. Это они искусственно сделают. Иди покупай, типа, да. Патроны кончаются, ты будешь работать, выкупаешься. Блин, я думаю, что типа это как в это. КС-2, пока не остается магазин, патроны не купишь. Нет, там они просто в тележку. Ну они это все оставили. Ну они надо центр уходить. Блин, что-то... Там водить вообще на них ездит. Приуныли. Ай! Больно в ноге, блин! Все, здесь вы не пройдете, как я уже говорил. 93% добьем. Да ладно, 93%. 95-97%. Не, а сейчас будет последняя волна нам пизда. Да, сейчас. Это мы еще не пошли, алло, дядя. Ну он дай ему порадоваться. Сейчас будет последняя волна. Еще будет пизда! Блин, я еще гранату. Ой! Режим ветра включен. Злый, забей. Режим вентилятор включен. Это так звучит, конечно. Но сейчас наш сын уже топ. 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сколько раз я играл, я сюда на последнем он оставался. За человека, когда играл. Это еще, когда Нексмы были, да? Ну, снег пошел. Нет, был... Это не снег, это... Блин, это что, был Россия или что? Он же черный. Серьезно. Это называется пепел. А, нет? Со стороны это пепел, да. Ты говоришь снег. Вот снег. Снова. Давай глазу, блядь. Короче, это ловишь меня в комнате. Снежный. Ваду! Ваян! Ой, ё, жижа! Жижа! Они уже выглядают! Ай! 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 Не-не-не! Да, это... Нет, пиздец, Джоба! Мы уже, короче, на тачке, давай, сидим, люди. Чё ты меня съедёшь? Гранату кинул! Спасибо. Она всё равно ещё и сделала. Ну ладно.
Короче, блядь, я уйду сейчас на рейтингера, чёрт возьми. Я уйду на рейтингера. Дверь двери. Что, муз такое? Эйр срака. Все срака. Не, ну сейчас уже более-менее сложно пошло. Разгуляемся. Я чё-то не слышу. Не, мы пока удержим точку. Нужно больше людей на точке. Да вы нормально держите. Пока, ну давай тогда я вместе с вами пойду. Я всё равно никакого урона не делаю. А, там короче Айбит, алло! Ух, ё-моё! Чё, да, почти, Альгайдер, я не понял! Чё, Альгайдер там разберётся. Только давай, пожалуйста, без это, без всяких там, не знаю, говна метать. Альгайдер сейчас разберётся. Он действительно не бурает. А, мы его говорили, и всё. Мы так быстро угомонили Альгайдер. Блин, ну у меня урон на 21 прокачан. Неплохо. Это почти 30-ник. Пипец, на уровень. Блин, ну здесь они все делают баланс, и здесь уже не так плохо, как тогда, наверное. Ну, да, тут раз типа люди вообще не могли выиграть, сейчас, по-моему, нормально. Блин, вот это, конечно, кадр. Мне понравилось. Мне тоже. Давай лабораторию. Лаборатория, в которую делают. Ладно, тогда давай сейчас я пойду быстренько пасу, короче. Дай пока стартуйте, успею. Ой, блядь, я чуть-чуть сюда там не упал. Зомби-командер. Зомби. Боже, я помню, как мы играли в лаборатории, это было больно. И сейчас я попробую вам устроить то же самое. Может, не надо? Лазермены, все понятно. Сейчас я вам устрою. На этой карте, мне кажется... Здесь я не знаю, какой баланс. Здесь, по-моему, все-таки зомби-командер сильнее. Я не помню, чтобы я здесь что-то с балансом делал на этой карте. Ну, может, дело, может, нет. Так, я сейчас отойду. Okay, блин, кому-то командор дал. Кейку дало, бля. Бля, серьезно? Кейк команд. Короче, я только что пришел, у меня было 3 секунды, чтобы выбрать навык. Я взял, короче, аптечку. Кейк, блин, выбрала команда. Так, кого он выбрал? Кейк? Командор, да. А. Да, блин. А Кейк же, она ж тоже не играет. Она тоже хорошо играет. Сейчас будет жестко вообще. А, серьезно? Да, будет очень жестко. Да, нам мы должны защищать точку в этой карте. А, все, я понял. А, они должны захватывать. Капуп. Что, помнишь, как ты что уже, да? Они уже зашли на то... Давайте уходим с точки, ребят. Нам нельзя их на точку вести. Они бегают за людьми, а не на точку, если что. Поэтому нам нужно уходить с точки и отводить их. Так что произошло? Что я пропустил? Ничего, ребят. Не стойте на точке никогда. Они должны оттуда уходить. Кто они? Зомби не должны стоять на точке. Вы сейчас стоите так, что вы их привлекаете на точку. Ай, блин. Пиццус. Зомби бега. А, я вам все, короче, Тут, короче, заходите на резку тогда, в таком случае. Они не могут на резку идти, что ли? Они не могут, они не могут.
Они кончаются, когда резко. Не, ну походу это пиздец. Что еще сказать? Окей, ну давай там это, 4 рубай на это. На команду. Не, просто эту карту я не балансил. Сейчас вот проверим, насколько сильно нужно мертвить команду. Карта узкая, много зомби, это просто... Ты, короче, Вадим делает точку, привлекает. Вадим не привлекает точку. Вадим, отдай почку. А, ответ на хапки. Ай, больно. Блин, знаешь, это больно. Спасибо! Спасибо, блин! Лол, Бонни поставил фрэнк себе. Блин, я тебя ненавижу. А, не, сейчас. Мы сейчас выиграем, блин, точно. Я бы не сказал, у нас точка 0%. Ну так, нам и надо, чтобы он был. Стоп, а кто командор сейчас? Окей. То я смотрю, органил тут, я не понимаю, как так два органи. Да, два. Один. На двух стульях сижу. Один запасной. Да. У органина вообще где-то же 2 ляма дамага. Ну еще. Я ж нормально пушку играю. Вообще не знаю, как дальше проходить это. Так мы сейчас выиграем, по-моему. Если она сейчас за 3 минуты не заплатит хотя бы одну точку, то мы выиграем. А, тут зомби должны заплатить. Да. А ты что, вы услышали? Здесь да. Типа на обратную ситуацию. Ты дверь тупо открывать. Технологии! Закрыла, закрываю. Да блять! Тут, короче, добегалось люди. Тут, короче, добегала дверь. Ой, погоди. Это у меня в ушах уже звон. Да. Звон из-за лута. Блин, надо бы... Хотя ладно. Толстяк. Толстяк, пустяк. Она точку не захватывает, вот чем рот. А почему ей нужно вручную управлять зомбями и ставить их на точки, на ожидание. А почему она этого не делает? Потому что это сложно сделать, потому что зомби в приоритете игроки, чем точка. Это сложно сделать. А, да, ну, в принципе, логично по факту. Типа, они же типа заморозка, а не по точке. Сделать достаточно сложно, потому что зомби очень хотят людей. Но не, так кто-то сильно уверен в себе. Уверен. Ну блин, вот это зашел за время, там короче просит. Не качают дамаг, не вообще просто. Ну да, дамаг наш начал. Дамаг наш все. Где патроны можно снять? Ой, кто-то. А, вот. Кто-то умер. Самый бесполезный чел это хуюн, 250 каврона всего. Ну такой хуюн просто. Ну, его имя получил, не знаю, как это надо. И вот такой сидит, он не может его. Ай, патроны кончились даже. Блин, я, короче, танк вообще не ношу. Я могу только аптечки дать. Она взял? Нет, она не захватила одну точку хотя бы. А, и короче, у нас полетим на вторую карту, да? Все, конец. Она не захватила точку, но выиграли. А там было же еще две, не? Она, если одну не захватишь, то все, это проигрыш. Да, без этого, ну. Или обычные зомби, или зомби Z. Какой? Дайте зомби Z. Давай. Только верну таскала. Я не помню, что такое зомби Z. Это типа самый обычный режим. Ну. Ну зато не мой, как в прошлый раз. Так. Хоть что-то узнал новое. The word impossible is not in my dictionary. Что стало с краченкой?
Battleship Erica, deploy. Че, арка? Блин, я сейчас, наверное, не смогу скинуть. Ну, бля, класс. Чекайте арты, но я скинуть не смогу. Я выбираю веб-персонаж. Арт-мемы. А, да, это было там. Блин, это, конечно, выглядит убого. Ее, наверное, звали бы тетя. Без пушек и снайпер. Это продавщица из любого магазина. Продает. Да, как раз в шубе сидит. И так забит, как будто кого-то набьет это. Короче, молимся, чтобы и дробовики вас спасли. Да, дробовики спасут всех. Только я пойму, зачем ты выключил АВП плюс пулемет? Потому что они слишком жестко были. А, типа, в голову стреляешь всё пиво. Ну, иначе челлендж не будет. Commencing test in 30 seconds. Стальной шлем урон от выстрела в голову уменьшен. А зачем? 20 seconds. У меня гранат фрагментейшн. Я, конечно, пытаюсь это... А меня могут заразить за одну тыкву? За одну тыкву заражают вообще. Бля, я, короче, взял себе тыкву в шот. Нафига я? Короче, перед нами челлендж поставился. Вандеркорт один? Да. Ну, мало людей. Он, короче, уходит на... Не, он не уходит. Он уходит! Аргамент, почему? Какой у него поворот? Слушай, что это на херня? Ай, да идите вы! Ты можешь регенти, если убежишь и будешь стоять 55 секунд. Не, у него, по-моему, это, Дэш, бля. Ну все. Я кого-то убил? А, да. А, он вышел. А, не, он не вышел. Ну все. У меня игра зависит. А, ты завис, или тебя, короче, в это... В бородил, да? А, ну конечно, в память ОГЭН! Не, в принципе, я это видел только у лузкилов, которые, это, без випок играют на CS 1.6 серверах. Ты вырубил одного хотел. Ну, я, короче, попринял. Все, давай, лови. Хорош. Молодец. Мне, короче, я особо обожаю того, чтобы оно образили. А, как короче? Бонни, аля ты крыса? Тащи, мы с тобой одни остались. Не, там, да, мы обои остались. Ты там вообще ходишь, стоп. Ты где ты был, когда у нас было рубилово? Я бегал. Логично. Зомби, где ты был? Бегал. Странно. Но футболка совсем не пахнет. Дура, да нюхай не футболку, а кроссовки. Или как там было? Да. Дура, я зомби. Дура, Майк на кофеду. Point blank strike от компании Nexon Лямы Крыску. Stealth Rush. 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Нет, triple shot это вообще какая-то херня, вообще не хочет ничего. Commencing test. Ладно, возьму себе тогда три дракон, что ли. Next. Нет, блин, поехали. 20 seconds. Да, ну конечно, все выбивают на ерт, я и не думал по-другому. 4, 3, 2, 1. Вот ты казал, что он ход, Ты не меня, блин, ебашите. Они, короче, на меня накидывают. Ты как туда залез? Иди вот. Ой, мне, короче, я нестабильная.
Нестабильная штука. Нестабильная мутация. Да. Я сейчас гражу и тоже пойду. Я все абсолютно ни хера. Она, короче, в углу сидит. Я вижу, а, она Бонни. Это Бонни, короче. Пытается про Бонни ходить. Ой, это в нычке. Эй, фонарик не светит, смотри. Без пани, у нас уровень 1000. Он, конечно, так сидит. Ага. Не надо мне тут кусь. Не делай мне кусь. Я не хочу кусь. Карманные морозильники всегда можно покупать оружие. Я могу еще всегда покупать оружие, найс. А где он? А где он? А куда? А? Чё? Он чё, он ушёл туда? Он ушёл в регенис, походу. Да, он ушёл в регенис, походу. Ну блин, я туда не полезу, не, ну нахер. Вы главное там заразитесь все, а я думаю. Ай, блин! Как ты туда залез? Давай, покажи, кто бы как-то не показал. Ты шо, я подумал, ну клип что? Тогда покажи. Где ты меня видишь, что я сейчас полез туда? Не, ну пока что я зачем? Ну и куда он ушел? Он ушел. Он регенит. Он, конечно, получил пиздюлей и пошел регенит. Но он кого-то нападает. Я понял, похоже. Чувак, это ты когда что, вот так вот? На крышу! Ладно. А, у тебя эстафет? А, не. Блин. Могло бы прикольно. Или он просто обиделся и не хочет никого заражать. Потому что мы его забулили. Nine, это eight, seven, Аргайнер, six, что за кибербуллинг на крыше? Five, four, three, two, one. И ты, короче, вот так вот залез и вот так, да? Ну да. Бля, я не могу. Каждая третья атака... Чё? О-хо-хо-хо-хо. 20 seconds. Ну, ладно, у меня чисто музыка из этого, из Сабвея вовремя, нахрен. Ааа, блин, мне еще надо учиться к этим посадкам должен. Вроде мы в Зету недавно играли. Нет, музыка. Ааа, чувак, короче, так. Он пошел в это, в лонг. А, он ушел? Тупо лево. Ладно. Блин, он походу просто решил передать эстафету. Вот и помер дед Вадим. Блайнд Свордсман выпал, пацаны. А чё? В смысле, а? Мне выпало, пацаны. А почему у меня экран чёрный? А почему у меня экран чёрный? Мутация такая. Блядь, я почему мутация? Я не хочу. Я не хочу. Отменить, блядь. Это, блядь, чё я перестал подпрыгнуть туда, алё? 3, 2, 1, commencing. Боня снова. Блять, какая-то мутация ебанутая, люди. Кстати, да, у меня тоже вот эта черная мутация. Я не хочу, чтобы у меня был нигерскрин. Только хотел сказать, но потом словил осужденку. Блин, длинный пёрвот вообще не хочется ходить. Капец, тут куда-то черек в АФК сидит. А, все, нормально, все. Спасибо. А начали, короче, это на как парни пытаются за... Чё? Чё вообще происходит? Чё? Потому что у меня мутация. Где отсюда? Где он? Да, внизу, что ли? Он внизу. Где внизу? Можно точнее? Где Джурони? По улице уходит. А, ты на N нажми и вырубится у тебя вот эта чёрная хрень. По идее. А хер там? Блять, ну, я пытаюсь сделать эту долбанную посадку, я не могу. А, вот он, вот он, вот он. Где, 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 где? Нашел. Фраг аут. Иду сосать жопу. Писую. Я сейчас вообще на глаза. Он попал, дрялку залез. Он тебе не вылезет откуда, да? Не вылезет, да, тебе не вылезет. Без шансов. Ну, блин, я сейчас много. Люди, давайте гранаты не короче закидаем его, алло. У кого-то кинули магазин.
никто не вылез. Где он? Он там за решеткой. Спрятал? Да, спрятал. Где же брони? Он, короче, там. Все, он зря залез. Я простой кошка. Я как бы, ну, парю где хочу. Во. Ура, время раскачать карту. Добро пожаловать в Full Dungeon by Nexon. Ладно, короче, я возьму себе что-то нормальное. Так, смотри, эту хиляру, вы отключите. Нет, не отключите. Отключи. Отключи или зарежу? Понимаю. Типичный Джон Уик. Увеличен общий урон. Ну, наш. Чё ещё тебе говорить? А, ничего не скажу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Джонни, куда ты? Чёрт. Кто уже заразился, блядь? Мне страшно. А ну, я попробую. Кто заразился, я не пойму. Вот именно. От кого говном воняет уже? Хокрэп хиспенс. Это, короче, и хилой занимаюсь, как ты видишь. Говно и несёт, говно и несёт, говно и несёт, говно и несёт. Уйди. Чёрт, ну все, ну все, ну все. Кто пилет, кто пилет, кто пилет? Ну здорово, отец. Вы откуда берётесь, дурачки? Ладно. Ещё два. Опустим. Ещё две вонючки где-то. А почему они, короче, не дают эффект на ВМ? Там у тебя мутация белым цветом, одна серая. Белый. О, Вадим. Собака. Я испугался. Да, 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 испугался. Ну так сейчас, где он этот долбанный типа? А где человек? Нету еще. Он выиграл. Еще в красном свете, тоже не survival bonus. Commencing test in 30. Типа заныкался, хотя светится прекрасно. 20 seconds. У меня есть генератор. Генератор? Да. Noise. 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 In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Commencing. Мы за помощь. Надо меня, короче, не Ронни. У меня тут пиздец. Я подхожу. Ты спаун. Я, короче, сейчас сдавлю. Кто-нибудь, помогите мне по спауну, у меня тут пиздец. Ты спаун, хорошо иду. Грёбаный кол, спасибо тебе, блин, папаша. Но от меня толку не будет, пацаны. От меня толку не будет. Блин, у кого-то уже крылья обвести, блин, говно какое-то попадается. Тебя посадить, Бонни? Да, я могу помочь посадили. Бонни тебя посадить? Блин, я не знаю, как это скин делается. Да. А не, знаю теперь. Я, короче, его сделал с первого раза. Я, короче, на окна поспел. Давай, прыгай туда. А, лезгинка! Давай, давай, прыгай. Лезгинка, блядь. И органер. Бля. А ты возьми ей прям. Ага. Попробуй, блядь. Ладно. Я вот так стоп посмотрел. Ладно, давай, прыгай, 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 давай, давай, давай. Я сама тебя так хочу, подло! Да я суицидный! Серьёзно, я чтобы ты понимал, я, короче, был прямо в него играл. Смотри, прикол, как я так поставлю.
мужик. Регенерация. Если вы получили, получаете урон, вы то... Спасибо, то, что мне сейчас надо, блин. Ну, молодец. Блин. Вообще, они просто делают какие-то ебанутые посадки и пытаются... Логично. Ландерколда, блин, двойной прыжок. И чё? Очень удали его. О, Вадим сдался зачем? Вадим, почему ты не помнишь того? А в смысле зачем? Вадим, наоборот. Я потому что блок, блок. Надо погнать. Да, да, все блок. Необходимо ворот. Говорю, вот говорю правду, который мне придумал. Проснулся рох, объелся блок с ебучным носками Вадима. Жестоко. Вадим умер от передоза. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Это далеко там зомби, и Вадим там зомби, но это, короче, ему карма. Вадим тупо Вадим, хватит. Сразу ливает. Там, да. Вадим пусси. Да, хэштег да. Вадим пусси. Пусси, да. Штраф 300 бакс. Блин, а я сейчас просто хочу взять... Да, я, короче, меньше становлюсь, когда попаду. А зачем я сейчас? Какую мутацию получил? Какую? Там две было. Чем-то с прыгом и бегом. Чё ты? Чё? Чё органик делает? Я не пойму. Он дрочит. One. Почему? Да, конечно. Давай я, блядь, это... Без всяких навыков, блин, ещё буду с ДМом. Ну мне пиздака. Неужели мне дали маг, который хотя бы хоть что-то мне делает? Шинкурер, ты где? Ты не да. Я тут. Ух, что это? Вот здесь аккуратно, кошка, аккуратно. Да я ж хочу типа помочь молодому, раз он без навыков. Нет, нет, ничего. Ладно, ладно. Мы не должны играть по Дринкиллер. Ну все же Бродхер как-то, но. Нет. Я даже не могу его бородить только, чтобы понимали. Дринкиллер так сильный, нельзя ему помогать. У меня никаких навыков на зомби нету, вы о чем, блин? Все очень сильно. Да, спасибо! Я скилл был не попа, видишь ли? А у меня да есть куча выходов. И желание смягчить его! Ладно. Моя, кстати, учетная запись удалена. Да? Ебай. Мне, короче, нормально скилл получил. Не ожидал. Согласны, узнали. Но я, короче, буду отвлекать теперь. Ищи. А вы будете их мочить. Ух, ё, отойди! Ну ладно, я не так попал. Чё ты делаешь? Я упал! Да! Давай, я помогу тебе! Давай, давай, беги, беги, беги! Ааа, блин! Да, я помогу какого-то человека. Давай. Нет. Упал. 20 ну да. Сейчас, у меня был только что тройной прыжок. Я по полкарты тупо пропрыгал. У меня аж дабл джамп есть, я забыл. 9. А у меня вообще ничего нет. 7. Хочу. 6. Я больно остался. 4. 3. 2. 1. Сейчас мы запись уже удалили. Привет. Тебя забанили на Твиче? Нет. Да, а зачем на генерале? А чё, я выиграл? Ты выиграл. Ну заеби. Помогла Митико. Чё как? Хватит этот говно спавнить, она сейчас всё будет. У меня 10 FPS. 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Десять. Ой, я знаю. Он в зомби. Все, считай, он раунд на. Ой,
Так, стоям вот тут. Ах ты! Пошли вы все, ребят. Я не хочу в этом. Я не знаю, а что ты не надо делать, мне интересно. Бормочет что-то на лазерменском языке. Так, они уже это вот что-то. Нет! Идите что-то! Ты должен был бороться, прямо не примкнуть к нему! Что я делаю, если я с тобой не управляю? Ну, говорю, что нормально просто это... охуевшие фиши. Фиши, мы поняли. Я сейчас... Я не перебавил, где там домик у фиши, хорошо. Где-то, да. Фиши. Падла опять спряталась. Да, но у него должна быть мутация, которая подсвечивает красным цветом. Я, кстати, сразу выйду. Так, сори, но мне придется уходить. Может, он там это... Да, окончание краски и все, и я короче. Он походу, наверное, какую-то нычку прям заныкался, пиздец. Да, все. Я пытаюсь его где-то обнаружить с помощью своих сплов. Но не получилось. Я сказал, что... А чё Боли ушел? Я говорю, это пиздец. Сори, народ, но я пошел. Удачной игры. 20 секунд. Я чё, так прикольно было. Ту нафиг секунд, это моя хакатка. Блин, я бы ещё забывал этот прыжок за это. Я привык, когда я нажимаю на И вместо пробела. Закинув. А то у нас рандом, блядь. Еду. Я кидаю тогда смок. Ну конечно же, он будет быстрее меня, и я не успею, блин, просто убежать. Логично. Ну да. Ой, ты же спиной должен бежать. Fire in the hole! Fire in the hole! Ой, ладно, нифига скорость какая большая. Ну так я плохо не успел убежать. У меня поворачивал на скорости, ничего. У меня вообще ничего нормального нет из этого, блядь. Я мутаю, ну мутаю, это говяный, да. Ух, ё! Ну давай. Уйди! Окрашняет, эй! Подпуска, блядь! Они лезут! Они залезли. Короче, они все. Вон я увижу. Я его просто захватил. Да не могли кончить. Не, я просто... Он не меня слышал. Нифига себе, 19 мутаций, лол. 19 мутаций, лол. А что делать, если у меня генератора нету? Генератора нет, но это, конечно, печально. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Я бы, конечно, поступил как Вадим, но я не Вадим. Пионер. Пион, ну какую подходишь к объекту, который можно построить и на Е строишь? А-а-а. Такой объект есть только в доме заложников. А, Тивенкиля, я тебя видел. И еще можно в этих апартаментах... Ничего, я чего ничего не делаю, знаешь? А можно переносить ящик. Вау, блин, я зомби, классно. Мне ничего не дали формально, чувак. Ну классно, что еще сказать? Нормально тащи. Саш, иди ко мне. Я же тащи, как работает, я буду делать. Где девочки? Какая я? Хуета. Где это? Ну тут говно дают, которое мне вообще не нужно. ДКП токс, ребята, ответишь.
Я в курсе. Вот поэтому я сейчас не знаю. Чё там, чё, чё тебе? А мне вообще на свете кто, знаешь? Да ладно, чё, там не знаешь? Плохо, абсолютно. 2000 хп. Сзади подошел в натуре. Я не пойду никуда. Пойдем в апартаменты. Пойдем в апартаменты. Я уже тут. Строй. Блин, а вот эта фишка с телепортацией, это тема. Бери ящик, бери плесочки на Е и ставь пазы. Да не ставь жопу, а жопу жопу. А, ты в других апартаментах. Кто ты сказал у этих? Ну, короче, ДМ тут. ДМ на атакауне. Ну, блядь. И вот ты строитель, тоже, найс. Все, закрывай и приноси плесочки. Он, короче, упал куда-то. Доски принеси. А куда он упал? Люди, я потерял ВМ. Он там бегает. По улице. По улицке. А, он нас не тащили. А, он дальше переходит. Найс, давай, помогите, 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 помогите. Да вот так прям ставь. Он ушел на ванку, он на ванку шел, он на ванку шел. Блять. Блять. Он идет сюда. А, я придумал, как можно сделать. Я тоже придумал. Ее можно... Нет. Вот так вот, вот так вот. Они так пролезут, ее надо боком поставить. Они не смогут, не смогут. Они не поставят. Поставь боком? А я ее тоже. Вот так вот. Нет, так не надо, они пройдут. Ну, они... Да, они... Алло, люди. Надо боком. Дай боком поставить. Ну, больше там находить. Не, погоди, давай проверим, давай проверим. Он ушел? О, видишь, я ушел. И потом там пришел. Вот так вот. Чё он такой быстрый? Чувак, почему-то мне таких скинов не дают. Алло, игра, дай мне скину на зомби. Ну-ка, нам что-то нужно. Адоби, где-то. Он там не пойдет. Блять, кто сломал? Отпусти. Он тут. Во. Вот, вот ставь ее вот. Стой, я верю. Да, видишь, проводит физические обслуживания комнаты. Сука! Поставь бок, моя дос. Бля, заходит! Я придумал, как можно сделать. Что его, я его выкнул. А ты как можно сделать? Во! Задождись! А хуй тебе! Пошел нахуй отсюда! Я просто буду с лолипопом ходить. Лолипопом. Я дед хулик пришел на... Вадим, там зомби пришел? Где ящик? I need assistance. А может давайте Вадим туда... Блять, можно, короче, попробовать это сделать. Давай пойдем, еще. Пойдем туда. Там хорошего сидит. Куда, я не понял. Да тебе знать не надо. Тебе даже конструкторы нет, чтобы туда идти. У меня есть, куда? Нагаюдеры! Центральная куда. In 10, 9, 8, 7. Ты видел, как я еще выстрел? Давай тащи сюда все. А как строить-то? Блять, идите нахуй. Блять, я пытался. Кладешь в пазы. Блять! Commencing test in 30 seconds. Джон Дик поступил как водитель, что стало? 20 seconds. Ты где, Калин? Калин, я дома, я дома, я дома. Ничего. Вот иди сюда. In 10, 9, 8, 7, 6, 5. Во, нихуя, у вас делаете. 4, 3, 2, 1. Ебой! Ладно, ты еб. Давайте, ебёт. Что ж, уходите из комнаты, иначе мы сожжём, можно уходить. Давай. Помогите.
чё тут делаешь? Уйди! Короче, у кого-то очко сжалось. Сжалось и разжалось. Бля, а ты хост, лол. Это ты за мной бегаешь? А, это Вадим за мной бегает. Да. Ебать тебе повезло, Органу. Ломову ПВА. Не, короче, я приходил в ДВД, знаем, знаем, блин, просто не костер. Ну беги, Органер, ты бежал. Да, серьезно? Я думал, это... Чтоб ты понимал, это похоже, короче, на аниме. Типа, пикапуровый сюжет. Вроде скрылся. А нет, я не вижу, что я тебя вижу. Вот ты куда что бегаешь. Что ты не видишь? Я не тебе глаза вижу. Он пошел в эту комнату. А ты знаешь, что я не видишь отсюда, алё? Давай, иди. What the fuck? Не смог сдержать. Кстати, у меня урон прибавился на КМ. Феникса. Болик, да, сбивать как угодно. Пойдем в это со мной, Гарри. О, что за крылья? Куда идти? На пробел держи, будешь лететь. Офигеть. Иди сюда. Я пришел. Куда ты? Ты не туда пришел. Убей где. Не вижу. Че, в этом что-то? Да. Окей, да. Мне наконец-то нормальные скиллы выпали, блин, для зомби. Бля, тут зомби, быстрей! Быстрей, блядь! Не пролазь! Где вы, алло? Я тут понял, где вы. Он, короче, на рынке. Один на рынке. Не что подходи, он? Блядь, туда, Вадим. А зачем, Вадим, ты мразь ебать? Потому что, блядь, он помешал всё-таки. Не подходи туда. Да вы! Не лезь, блядь. Смок аут! Фаер в холл! Fire in the hole! Love! Fire in the hole! Интересно, я смогу так выжить? Fire in the hole! Нет, да, да, можешь, да, можешь. Fire in the hole! Чего в интерколку у тебя там? Там что, за ним целая бала, что ли? Где вообще все? Все, стой так и не двигайся. Я пытаюсь просто... Я боюсь, потому что у меня заметит по АПТшке. У меня здесь просто скин этот. Давай, заходи. Блин, а вдруг я реально двигаюсь, потому что я использую это. Вы будете так орать? Заходи, блин. А вы не зайдете. Я покачиваю тебя. Вы не зайдете сюда. Ты на спину нас поворачивай. Это абьюз. В смысле абьюз? Пипец! У нас сюда невозможно выйти. Они лезут, Вадим. Давай, давайте. Вадим, лезут. Мне так интересно, что вы там делаете? Вадим, они лезут. Блин, вот не сразу. Вадим лезут. Вадим. Нет. Ух, нет. Папи, блядь, чёрный. Ладно, это будет. Фух, чуть не залезли, бля, в щель. А вы там, короче, это, в доме заложников, что ли? Нет, не в доме заложников. Я просто там, это, на спавне сидел. Давайте стелс.
Да ничего, стелс. Так куча стелс, не надо стелс. А лучше компетитив. Надо. Давай тогда лучше стелс и это, до инферно. Я уже все, так что я пойду. До инферно стелс. Думаю. Спасибо. Давай немножко компетитив. Ричи, не знаешь. Нет. We are ready for deployment. Не будет оречи. Чё будет? Да. Ган ТДМ будет. Против ботов. Кстати, Рылика вклюлся. Животное лёг на моей подушке спит. Это животное, это ты. Нет. Не ебите мой скелет. Я беру. Берешь. Какой жаль-то будем играть? Эту? Да даст. Нее, какой ты даст. Даст второй. Ну, оставь такую карту, она норм. Она норм была. Не, побольше нет, побольше. Слишком странная. Для этого будет весело, для гамбета. Вадим, ты видео записываешь все это время или нет? Он не записывает.